Портальные раздвижные системы – это ультрасовременное дизайнерское решение для коттеджей, загородных домов, лоджий. Сегодня в программе «Архитектура стиля» покажем, насколько они надежны и приятны в эксплуатации. Главная особенность портальных дверей, которая сразу бросается в глаза, это их возможность заполнять проемы больших размеров, наполняют помещение светом и положительным комфортом. А чтобы конструкция была надежной и долговечной, используются немецкие фурнитурные механизмы, которые производятся на предприятиях в Германии из высококачественной стали. Все детали проходят тщательную проверку. Что немаловажно, немецкий фурнитурный механизм обеспечивает максимально плотный притвор, осуществляя запирание створки по всему периметру. Таким образом обеспечивается герметичность конструкции, исключается продувание и промерзание. Остается только наслаждаться в тепле и комфорте красивым видом из окна. Возможности современного остекления распространяются и на портальные системы. Можно сделать ламинацию, выбрать любой из представленных оттенков под интерьер, акриловый порог или предпочесть классический вариант. Это я про абсолютно белоснежную портальную систему. Кстати, от нежелательного проникновения портал можно усилить противовзломной фурнитурой и бронированными стеклами. Портальные системы пользуются у сибиряков большой популярностью, несмотря на то, что это новшество пришло к нам из Европы совсем недавно. В основном портальные системы используются в загородных домах, как входные группы, но также, если площадь квартиры позволяет, можно остеклять и в городе, как выход на балкон, либо на лоджию или на террасу. Несмотря на свои масштабные размеры, конструкция портала долговечная, теплая, надежная и позволяет выдержать сибирские морозы. Компания «Махаон» входит в 100 лучших товаров России. Официальный представитель «Рихао». Только до конца недели при заказе термобалкона или термолоджии скидка 50%. Звоните прямо сейчас. 228 70 88.